Так, привет, господа, вы снова на канале King Customs. И у нас тут идет тюнинг башки. Если вы хотите протюнинговать свой пяток 140, либо альфу, либо дельту, либо рейсера, ракера и всякую прочую херню. Вообще для любой китайской техники. Короче, можете повторять все за мной. Вообще в данном случае у нас идет продолжение сборки нашего мутанта двигателя. 50 кубовый альфа под 140, то есть под 125 котел и башка 140. И у меня есть кое-какая проблемка, так как у меня нет башки от 125, есть от 140, и цилиндр 125, и у нас прокладку башка от 140 полностью не обжимает. Вы видите, туда вот все заподлицо. А если накрывать это все башкой, то здесь слишком большой конус, плюс еще поршень чей-то бился об головку. И как бы вот эту саму фаску, ну металлическую, которая должна обжать головку, она не обжимается ни хрена вообще. Видно, да, думаю? И я сейчас ее буду стачивать, тем самым форсировать движок и поднимать степень сжатия. Для этого нам понадобится: первое — это выкрутить шпильку одну, второе — найти ровное стекло, ровное, твердое, чтобы не сгибалось, и шкурки на мокрую. Первым номером я буду использовать 180 номер. Вот так вот все это делаем, все убираем отсюда от воды подальше. Берем, закатываем рукава, проверяем все первым этапом, все ли трется нигде, не упирается. И сейчас, кстати, будем видеть, насколько кривая эта башка. Берем просто водичкой, так все поливаем, как можно больше. Ну и не давим на башку, так чисто легкими движениями трем ее туды, сюды, туды, сюды. И сейчас через пару движений я вам покажу. Смотрите, есть что-то вмятина? Угу. Как раз этот клапан, кстати, был погнут. Ну, это выпускной. Больше всего перегревается это место. Как будто тут уже блестит по краям, а тут еще черное пятно. Вот. Продолжаем. Стараемся брать где-то, ну, как бы, в основном в центре где-то. Ну и не давить, знаешь, так на один бок не давить, на второй. Чисто, чтобы своим весом каталось туда-сюда. Так как можно больше воды. Вот, в общем, господа, спустя минут 15-20 такой результат. Была у нас головка 56-я. Теперь мы вот мы тут выставили 52 и 4 под наш поршень. Нам нужно еще где-то миллиметр стереть. Ну, грубо полмиллиметра на стенку. Шкурка 180, до сих пор первый лист. Думаю, одного листа даже хватит на башку. Зернистость у него со 180 примерно на ощупь уже, наверное, 600 стало. Грубо плавно спускается. Ну, то есть поднимается. Ну и стоять нижняя поверхность. Даже вот, ну вообще, гладкая. Гладкая. Видишь? Итак, что мы сделали? У нас была 56-я головка от 140. Теперь у нас 53-я где-то. Просто всем стирать страшно. Зрителей столько пришло. Короче, вот. 53 прокладка от 52 и 4 поршневой, и вот сюда. Видишь, видишь, покажи. Видно? Раньше была 56. Вот такая. Видно? Так видно, нет? Видно, видно. Вот, короче, вот и все. Теперь у нас поток будет валить, вставать на заднее. Ну, дельта хотел сказать. Осталось собрать башку, это уже будет в следующих видосах. А вот что будет потом? Не будет этого. Ну все, пацаны, всем пока, пусть ваши пяты валят и клапана ваши не стучат.